Димитровград известен во всей стране и далеко за ее пределами как город атомщиков. Эту славу города и все, что за ней стоит, должен приумножить создаваемый ядерно-инновационный кластер. В его центре находится научно-исследовательский институт атомных реакторов, более знакомый землякам по аббревиатуре НИАР. Мы посетили НИАР и общались с руководством института, где нам рассказали про повышение заработных плат. Несмотря на то, что там в 2016 году институту было немного тяжело с экономической точки зрения, тем не менее произошел средний рост заработной платы на 5000 рублей и в перспективе постоянный рост этой заработной платы. Меняется не одно материальное обеспечение сотрудников учреждения. С 2015 года на площадке института ведется строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах. К научным работам на будущем оборудовании приглашаются иностранные партнеры. Выражает свою заинтересованность развитием города и государственная корпорация «Росатом». Ядерная индустрия приносит дивиденды всем жителям, а не только работникам НИАР. Со своей стороны готов сообщить о готовности государственной корпорации «Росатом» развернуть проекты, которые осуществляют и управление, которое я возглавляю, и другие наши подразделения на территории города Димитровград и оказывает содействие в полной мере руководству города и в реализации проектов цифровизации городского хозяйства, и в внедрении и применении новых технологий ведения городского хозяйства, и в тех проектах, которые мы осуществляем в части образования и здравоохранения. Ядерная отрасль позволяет привлекать в город большие инвестиции. Губернатор Сергей Морозов рассказал о переговорах с международной компанией, которая готова создать новое производство в Димитровграде. Но это, в свою очередь, накладывает определенные обязательства на руководство области. Мы видели от них большой запрос на развитие города, на благоустройство, на решение многих там вопросов, связанных с инфраструктурой. Мы понимаем о том, что это, как если мы выйдем на подписание соглашения, потребует от нас, опять же, еще раз повторяю, достаточно большого количества финансовых средств. Однако руководство области не боится потратиться, ведь каждая выделенная копейка принесет в будущем сотни тысяч рублей для города. А это не иначе, как выгодным финансовым вложением не назовешь. Егор Титов, Новости дня, Ульяновская правда.